А мы в Тамбовской областной картинной галерее на выставке «Творческие фантазии» Владимира Беркетова. Этого художника сегодня называют легендой тамбовской журналистики. Он более 40 лет проработал в газете художником-дизайнером, разрабатывая шрифты к заголовкам газет, праздничным заголовкам. И мы видим такой пример. Вот газета 88-й, 87-й, 86-й, 81-й год. Это новогодние выпуски, где также газетные иллюстрации, яркие, свободный штрих. Такие иллюстрации художник создавал с помощью пера, применяя цинкографию. Также он разрабатывает иллюстрации книгам, к очень известным произведениям и к различным открыткам, которые иллюстрируют наш город Тамбов. И здесь он применяет технику линогравюры, достаточно современную технику, в отличие от экслибриса или афорта, который в 60-е и 70-е годы очень часто пользовались художники-графики, когда художник, применяя линолеум, вырезает рисунок, накладывает краску и делает оттиски. Но прославился Владимир Васильевич Беркетов благодаря экслибрису. Книжный знак – это область графики, которую художники достаточно редко занимаются в сегодняшний день. История экслибриса уводит нас в средние века, когда художники впервые пользуются такой техникой, как гравюра на дереве, ксилография. Когда-то экслибрисы создавались для дворянских семей, которые владели редкими книгами, собранными в большие библиотеки, или это были монастырские библиотеки. Сегодня экслибрис тоже достаточно редкий вид графики, и экслибрисом занимаются как и в те времена, так особенно и сегодня очень мало художников. Владимир Беркетов создал более 100 экслибрисов. И его отличительной чертой является то, что в экслибрис он включает, ну, когда-то это были герб, инициалы владельца, и то, что отображает суть библиотеки. Беркетов также включает портрет владельца библиотеки. В последнее время Владимир Васильевич Беркетов занимается живописью. Его живописные работы отличаются особенной цветовой гаммой. Это яркие декоративные работы. И не только пейзажи, но и портреты, натюрморты. Нет, наверное, такого жанра, который был бы неподвластен, недоступен творчеству Владимира Васильевича Беркетова. Особая загадочность свойственна сюрреалистическим работам автора. Метаморфоза в таких работах связана именно с его личными переживаниями и его ярким внутренним миром. Декоративные живописные работы, например, павлин, уводят нас в древнехристианскую символику. Павлин всегда символизировал вечную жизнь, возрождение.